Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и первый заказ из 6-го каталога компании Oriflame. Я очень рада, что заказ привезли вовремя, без задержек, доставка на дом, просто все супер. Давайте быстрее смотреть, потому что я-то еще посмотрела только два продукта. Я посмотрела полотенце и попробовала новый аромат. Сейчас вам все расскажу. Полотенце я получила по акции, нужно было 50 баллов сделать в каталоге номер 5 и 50 баллов в каталоге номер 6, и сразу указываем код полотенца и получаем полотенце изумрудное, красивое, большое такое, банное, хотя там написано пляжное, но мне кажется, это шикарное банное полотенце, потому что для пляжных я предпочитаю более тонкие и легкие. Всего за 299 рублей вот эта вся красота, смотрите, какая прелесть, обалдеть. Я его и примерила уже перед зеркалом, и так и сяк. Ну конечно, здесь вот пляжная тематика нарисована, но на самом деле меня это вообще не смущает, что я дома буду пользоваться таким полотенцем. По опыту могу сказать, что все полотенца Oriflame меня очень устраивают по качеству. Ну, здесь коттон, стопроцентный хлопок, очень приятно, а цвет какой, ну вот прям глаз радуется. И так как я великий хитрец, я сделала заказ на два номера, и у меня получилось два таких полотенца. Люблю я все парное, всего и побольше, и по хорошей цене. В заказе у меня, естественно, витамины. Одна пачка для мужчины, нашего Михаила, одна пачка для доченьки и одна пачка для меня. Три wellness пэка. Один, кстати, пришел уже подарочный, это был четвертый шаг. Знаете, как это классно? Нужно не просто покупать витамины, там один раз заказали и все, а нужно оформлять подписку, потому что подписку вы берете раз, оплачиваете, два, три каталога подряд платите, а четвертый приходит бесплатно, и это очень выгодно. Так, дальше, вот наконец-то и духи. Я заказала набор. Мне кажется, это очень хорошее предложение, когда заказываешь набор, в который включает в себя каталог, новинку какую-то, или если нет новинок, то пробник аромата текущего, пробник крема, да, что-то может быть. Вот я помню, что там еще должен быть пробник крема. Вот, вот так набор выглядит, и еще каталог уже следующего периода, то есть номер 7. Я его, правда, еще не смотрела. Итак, пробник Novage Ultimate Lift, это у нас ночной крем, и два пробника. Я хочу вам рассказать про женский аромат. Многие писали, что он такой термоядерный, как он правильно называется, не могу сказать, инфинита, по-моему, инфинита. Вы меня будете поправлять, и потом я выучу его благодаря вам. Я попробовала протестировать аромат на пульсовых точках, то есть мы наносим вот сюда, где самое горячее местечко, немножко аромата и даем ему время как бы среагировать на кожу, да, с кожей повзаимодействовать, чтобы он мог раскрыться. И вот вы знаете, я его когда вдохнула, вот первые ноты, я говорю, беру, вот у меня первая мысль такая, беру. А потом, когда раскрылась сердцевина, я услышала ту самую ноту, которая присутствует в аромате мисс Джордания, то есть желтая мисс Джордания. Там есть какая-то нота, которая меня со временем начинает бесить, вот, ну просто вот, ну не нравится, вот прям вот, ну не мое, не хочу. И вот тут я услышала эту ноту, поэтому аромат я брать не буду. Хотя вот первое впечатление, оно прям вау, очень нравится. Ну конечно, каждый решает для себя, каким ароматом пользоваться, каким нет. Так, и мужской аромат тоже из новинок, не буду даже называть, чтобы не коверкать название, а попробовать очень интересно. Вот я его еще не пробовала, тоже на пульсовые точки ношу на другую руку, естественно, чтобы аромат не смешивался, не перекликался с другими. На что хочу обратить внимание, вот набор, который я вам озвучила, он стоит всего 69 рублей, каталог, пробник крема, который отдельно стоит 50, и два пробника аромат, мужской и женский. Смотрите, это, во-первых, оформление, уже можно дарить прям как полноценный сувенирчик, подарочек, комплимент нашим клиентам, поэтому я всегда беру. У меня, кстати, еще один такой набор будет. Итак, тоже так похож на какой-то аромат в Oriflame.
Ну вот первое впечатление приятное. По крайней мере, у меня нет такого, что я хочу его смыть или там... Нет. Первое приятное. Надо еще с ним побыть немножко. Мыло. А, я не сказала, что здесь заказ на 212 баллов и заказ на два номера, поэтому два полотенца будет и должно быть два мыла. Мыло Dream and Soft мы берем со скидкой, ну, в размере где-то 15 рублей выходит один кусочек, при условии, что ваш заказ 50 баллов. Не пропустите это предложение, почему бы и не взять, да? Почему бы и... Да, надо брать мыло за такую цену. Это очень хорошее предложение. Мыло по качеству отличное. Я уже его пробовала, поэтому могу точно сказать, что оно клевое. Так, у нас немножко шумно. Работает мастер. Мы все еще в ремонте немножко находимся. Со скидкой 50% я взяла крем на Veg и коллаген. Вы знаете, я сейчас пользуюсь кремом Королевский бархат. И мне было интересно. Со скидкой 50% я взяла себе крем на Veg и коллаген. Сейчас я пользуюсь кремом Королевский бархат. А я говорила, давай подождем. Со скидкой 50% я себе взяла крем на Veg Экологен Wrinkle Power. Это мой любимый крем. Сейчас я, кстати, пользуюсь, после долгого-долгого применения этого крема, я решила взять один тюбик Королевский бархат и попробовать, как он будет. Ну, честно говоря, с удовольствием вернусь обратно к более дорогому, привычному мне крему, от которого, мне кажется, я сразу вижу больше эффект, чем от Королевского бархата. Хотя Королевский бархат тоже неплохой. Он такой жирненький, густой, хорошо на впитывает кожу, поэтому можно и тот брать, периодически пробовать, но этот я люблю больше всего на свете. Кстати, заказ я отменяла дважды. Первый раз, когда я забыла заказать полотенце, и вы мне все дружно начали писать: Лиля, как же полотенце? Я отменила, заказала заново. Утром просыпаюсь, и что я вижу? Акция. Если заказать 3 геля для интимной гигиены, то что будет? Будет большая скидка. И я просто взяла, расформировала опять заказ и набила заново, чтобы было ровно 3 геля. В одном заказе 3 и в другом, по-моему, тоже 1. Сейчас, пока вижу вот столько, там что-то... Ага, вот еще один. То есть я один заказ отменила, а в другом все-таки сделала вот такое трио. Взяла все три интимных геля, и они вышли по классной скидке. По-моему, 100, накладную уже откинула. Посмотрите, да, по акции. В разделе новости есть все предложения, которые актуальны. Заходите и смотрите, потому что так всего много, что просто глаза разбегаются, всего хочется взять и по самым выгодным ценам. Так, вот красивую сразу вам тут композицию выставляю. Сейчас я пользуюсь вот таким вот гелем, он мне очень нравится. До этого был розовый, тоже очень хорош. Зелененький еще не пробовала, так что он будет у меня следующий на очереди. Буду с ним экспериментировать. Заказала новинку, гель маракуйя и ананас. Боже, какой запах! Я когда в каталоге это понюхала, я просто думаю: вау, как классно! А еще он с охлаждающим эффектом. Сейчас начнется жара. Аж говорить не могу. Начнется жара. И что мы будем с вами делать? Будем хотеть охладиться, да? Кондиционеры, вентиляторы, все что угодно. Или принять гель с душ с чудесным гелем, который тоже придаст коже такой охлаждающий эффект. Пахнет невероятно. Смотрите, какой он густой. Он такой концентрированный. Если вы будете им пользоваться, не надо его много. Замучитесь промывать мочалку от пены, из себя смывать. Не надо его лишнего расхода, тем более это такая вкуснятина. Просто нет слов. А что интересно, когда я набивала заказ, то мне упрямо твердили, что мыла нет. Объясните мне, откуда тогда в моем заказе это мыло? Я не понимаю. Писали, что его нет, а оно есть. По-моему, оно не одно, а даже два. Что произошло? Я не знаю, но я этому безумно рада. Как раз закончилось мыло сегодня, и я его положу сейчас вот в мыльничку и будем сразу им пользоваться. Итак,
Как я люблю эту форму мыла. Вот мне не нравится, когда оно какое-нибудь там розочки, звездочки, неудобно. Вот это самая удобная форма, это как капелька. То есть удобно в ладошке, удобно вот так вот мылить ручки. Съем его, такая вкусняшка. Вот эта капля очень долгоиграющая, несмотря на то, что он кажется маленьким, хватает его надолго. Ну и конечно качество мыла просто обалденное. Вот один кусочек сразу открыла, один пока будет лежать. Далее супер классное предложение, когда мы берем новинку масло Элио и со скидкой, всего выходит 159 рублей уже по дистрибьюторской цене, шампунь Элио. У меня тоже как раз закончился, прям осталось на один раз им голову помыть, а я его очень люблю. Но так как шампунь дорогой сам по себе, я делаю по-хитрому. Первый раз я мою голову каким-нибудь другим шампунем, ну, подешевле, любой. Мне в принципе в Oriflame подходят практически все, я обожаю наши шампуни, и я их просто меняю, то один, то другой. Ну, конечно, больше всего мне нравятся шампуни мягкие, которые для сухих волос, это медовый, мне нравится с ромашкой, авокадо, очень хороший шампунь. Восстанавливающий, увлажняющий. У нас очень много классных предложений. Шампунь, вот серия Климат Контроль тоже очень классная. А Элио это просто бомба. Во-первых, мне очень нравится аромат. Просто очень-очень-очень. Не могу, это как будто духи прям вот на волосах. Они такие вот чистые, промытые, классно и вкусно пахнут. Вот, обожаю этот шампунь. Про масло мы записали уже отдельное видео, так как мне масло уже дали от компании на тест-драйв вместе с Кушоном. И Кушон вы уже, наверное, посмотрели, поэтому у меня его нет в заказе, потому что мне его просто подарили. Я думаю, ну зачем я буду тратить деньги на второе, хватит пока одного. Про масло Элио скажу вам, и кто еще не видел видео с обзором, это просто бомба. Мне очень нравились наши желтые масла Элио. Когда вышло ночное, я сказала, боже, это фантастика, лучше уже точно ничего не может быть. А это масло, оно с таким эффектом, что волос, он как бы сразу становится такой крепкий. При этом нет ощущения какой-то липкости, тяжести. Просто кайф такой, что я не... Мне некоторые пишут, что я делаю наигранные эмоции. А зачем мне это? Вот зачем, скажите? Мне либо нравится, либо не нравится. Вот по духи, ну вот нет, не мое, фу, вообще не нравится. Мужской. Но он для меня он сладкий. Я не люблю, когда от мужчин так пахнет. Мне, например, вот Эклахом мне нравится, он тоже сладкий, но он какой-то вот такой вот обворожительный. Этого мужчину хочется просто вот прям, не знаю, что с ним сделать. А этот сладкий, но не для меня, мне не нравится. По поводу масла хочу прям рекомендовать, что оно стоит того, чтобы его попробовать, особенно если у вас волосы сухие, ломки, вы хотите отрастить и никак. Попробуйте, оно правда укрепляет. Вот с одного раза я увидела эффект. Ну, это, я думаю, что дальше будет еще лучше, если регулярно им пользоваться. Так, вам еще видно? Я тут уплотняюсь потихонечку. Это еще не все, заказ не очень большой, но зато такой дельный. Еще одно полотенце. Полотенце все себе. И в заказе. Кстати, по акциям сейчас можно от заказа 990 рублей взять или румяна в шариках, или аромат Люсия, забыла, Bright Aura, или астаксантин. Я взяла две баночки астаксантина. Вообще, на самом деле, хотелось бы взять больше, но просто чуть недавно была, вот в прошлом каталоге акции, я взяла три астаксантина, тоже со скидкой были. Но если бы я заранее полистала каталог и увидела, что они будут по такой классной акции, я бы, конечно, не стала бы там набирать, а лучше бы взяла побольше здесь. Ну, может быть, я еще возьму. Ну, тоже... Как говорится, это же все по финансам надо смотреть. Акция с дезодорантами. Супер! Классное предложение по 99 рублей. Я взяла себе дезодорант. Я, кстати, люблю именно с серой крышечкой, потому что он не оставляет белых следов на одежде. Это очень важно. И это еще не все. Ну, как я говорила, еще один кусочек мыла. Еще взяла мыло с оливой. Это под заказ. Как видите, у меня заказов этот раз нет. Ну, все для... интимные гели для клиентки и мыло. Пока вот так.
не работаю активно с клиентами. Еще один набор, тоже каталог, вот так это выглядит, каталог, крем мужской, женский. Я их буду дарить просто вот встречу. Завтра у меня встреча с клиенткой, я с ней встречусь и ей подарю пробничек, может быть ей понравится. Так, и завершает мой обзор карандаш. Я взяла себе на пробу, так интересно, вот эта новая серия он Color. Я, кстати, я не думала, что они такие толстые, слушайте, для меня это такой сюрприз. Я думала, что это обычный карандаш, а он прям толстячок. И что интересно, почему-то стержень того, который для глаз, тоньше, чем тот, который для губ. И мне кажется, это не иллюзия обмана, он действительно тоненький. Да, тот, который для губ, он толще, чем тот, который для глаз. Пробую по качеству. Ну, по крайней мере, на руке всегда хорошо карандаши скользят. Мне интересно, как будет на губах. А можно я... Оп, у меня тут зеркало есть. Я с краешку где-нибудь вот по коже проведу. Ну, рисуют. Пока не знаю, как будет. И глазки попробую. Ну, а что нам терять с вами? Ой, глазки отлично рисуют. Ой-ой-ой, как хорошо. Слушайте, глазки прям супер. Вот еще бы губы также хорошо рисовал. А я еще как знала, внизу глаза не подвела сегодня. Вот. И он должен хорошо тушеваться. Да, даже пальчиком. Вот просто я его разотерла. Слушайте, вот для глаз обалденный. Вот интересно, как губы будут. Обязательно попробую. Кстати, планирую в прямом эфире сделать макияж. Если вам интересно, заходите на мой инстаграм, и я буду сохранять прямые эфиры, и хотя бы раз в неделю буду вместе с вами краситься, рассказывать о новинках, показывать, как они работают, как лучше применять, как я это делаю, и может быть что-то полезное для себя возьмете. И колпачки разного цвета, один светлый для нюда, коричневый для глаз. Все супер, отличный заказ, я очень довольна, и подарочки есть, и новая продукция, хочется уже все попробовать. Поэтому я вам тоже желаю хороших заказов, балуйте себя, насколько это возможно, насколько вы можете себе позволить. Я вам желаю отличного настроения, позитива, максимально позитива, да, сохраняйте его внутри себя, и до новых встреч. С вас лайк, если видео полезно, и подписывайтесь на наш канал и нажимайте внизу на колокольчик, и тогда будете получать оповещения о новых видео. Пока-пока!